Всем привет! У нас потрясающая погода, весна. Я уже без куртки. Кстати, видите, прямо под ногами растет черемша. У меня, кстати, на канале есть 2 видео. 5 рецептов и 7 рецептов из черемши. Что можно с ней сделать? Как заготовить на зиму песто, а также очень много других новых для вас блюд. Обязательно найдите поиском одесситка черемша. Мне уже легче. О, а вот реклама специально для Криворотовой. Она меня спрашивала, а в Швейцарии бывают современные искусства? Как по заказу проходят сейчас дни музыкальной культуры в нашем городе Солотурн. Здесь также очень много музеев и театров. И вот, пожалуйста, вам фонтан опера в Базеле представления, а также в местном Солотурне вот такие потрясающие концерты и выставка фотографов. Это в Олтене будет происходить, а это прямо у нас в Солотурне. Так что не переживай. Ну, можешь посмотреть прямой эфир из концерта, оперетты, мюзикла «Les Miserables», отверженный по роману Виктора Гюго. Ну, а судя по количеству просмотров, когда я выкладываю какие-то концерты, людям не особенно интересны такие сюжеты. Ух ты! Случайно попала на такую выставку. Идемте внутрь, у меня есть время. Это антикварная выставка, и вход 6 франков. И мне сразу понравилась эта нежная картина с пионами. Лампу Аладдина здесь тоже можно купить. И видите, разные такие заказать колбочки. Бензиновая, керосиновая лампа, да, петроль лампы. Вау! И вот такие вот есть варианты. Ее можно тут заправлять. Вау! Красота, ну? Так, вот адрес этого секонд-хенда, где можно это потом все купить. Вот такая ваза 540. Это 560. О, это Сальвадор Дали, да? И вот эта посуда 125, 9 тарелочек. Чайник красивый. А вот какая-то награда 255. Кинжал такой 655. И смотрите, какая прелесть на завтрак. Такой наборчик. Боже, какая красота! Штучка 18 франков. Большая 65. А, вот такая картина 1250. А вот эти мимозы в старинной рамке 580. Лампа тоже такая красивая.
Как мне нравится эта мимоза, боже. 580. Рама старинная. Все, минус 50. Ну вот такая вот штучка, 125 франков. Сейчас минус 50. Бутылка красивая тоже. Здесь разные украшения, они все из камней. Ну такая вот, например, 170. Вау. Вот это 480. И тут еще старинные комплекты. Вот этот из жемчуга. 3536. Вот эти сережечки в камнях. 2900. Браслет. 1890. Тут фосфорные фигурки и тоже красивые украшения. Брошки. Вау, какая красота! E poi c'ho un altro po' tre giorni, questo qua venerdì, ho preso ferro. Qua, come hanno detto, questo браслет 4800, а мне вот эти нравятся. И не зря, они с диамантами, 2,5 карат в общем и стоят 4500 франков. Снимать тут не разрешено. Такой саквояж старинный и игрушки. Так, тут старинная техника и швейная машинка. Вот этот набор мне очень понравился. Я уже присматриваю в новый дом. Тоже классный на завтрак в саду. Боже, какая красота! Плачет малыш. Смотрите на эту красоту. Yeah.
кстати, очень интересный светильник. И картина большая. Очень много старинных украшений, а также фирм, которые отреставрируют старинную мебель. Господи, вы смотрите на эти крошечные ботиночки. И вот этот набор мне очень понравился. Обычно блюдо ровной формы, а здесь оно продолговатое. Я уже вижу в этой тарелке фрукту и в кувшине цветы из сада. Есть еще такая версия с ночным горшком, ночная ваза. Вот это вот стоит 88 франков. Вот что я купила. Римская кастрюля из тяжелого, как сказать, это в наш же новый дом. Представляете, такой даже борщик в ней приготовить. Римская кастрюля, которую можно и запекать. Она из глины. Тяжелая. Так, вот так лучше поеду. И посмотрите, какая потрясающая клумба. Каждый раз ее делают в другом исполнении. Сейчас это желтая радость. Кстати, скоро будем заниматься уже оформлением нашего сада в доме во Франции. Поэтому, кому интересна эта тема от профессионала Беата, переходите на канал Татьяна Мотиватор. И не забудьте подписаться. 158 франков. Ой, какая красивая. Посмотрите. Pink Lady. Японская роза, я так понимаю, бьющаяся. А это, смотрите, оно похоже как верба. Ничего себе, какая красота. И эти красивые, как фиалки. Примула. Всего вместе 85 франков с горшком. И такая вот композиция на Пасху 49. Зайчики по 54,50. Вот. Папа и мама. Ух ты, открылось мое мороженое после реновации. Ух ты, смотрите, какой тут ассортимент. Колоссальный. Это называется один маленький шарик за 4,50. Все вываливается из стаканчика.